подскочила, а вот утра был ночью, это потом повтор там уже показывали, ну, первая трансляция прямая была, в 7 утра, мы с Викой смотрели, короче, я меряю, у меня давление подскочило, я ничего не делала, но я успокоилась потом и даже таблетки не пила, потом, когда нас победили, я потом пошла на улицу, в магазин, мне вроде отпустила. Да ты что, как? Ну, представляешь, как мы тут сидели, да, все вот, и Коряха говорит в Ульяновске, члена, и мы говорим, по разным комнатам, разных телевизоров, и тоже все болели. Да, я даже давление ведь подскочила, да. Вот ты какой. Да, ну мы всегда, смотри, мы все олимпиады всегда болеем за всех. Молодцы. А у меня Женя не включает этот канал почему-то. Это ведь вечером? Это по первому каналу, Ирина. Вечером, да? Да. Первый канал он вообще не смотрит никогда. Вот. Я вот иногда включу первый, а он-то вот никогда бы его не включал. 17:20. И сегодня тоже? Сегодня будут показательные выступления олимпийских наших всех фигуристов. Кто нынче и кто в другие годы. 17:20 я еще буду в бане.